Ребят, это Лучик. Ему полгода. Он замечательный, чудесный ребенок. И он ищет дом. Поможем ребенку. Я вас очень прошу, мои хорошие, давайте поможем. Ну что, мой золотой? Вот так мы пришли, нагло залезли по моей спине, да? И лежали помурлыкать. Ребят, Лучик ищет дом. Ищет самую добрую, хорошую семью. Он замечательный. Ему всего где-то месяцев 5-6. Если можно, мои хорошие, помогите найти Лучику дом. Маленький мой. Такой хороший. Просто чудесный. Но он так красиво поет, так громко поет. Ребят, Лучик ищет дом. Помогите, мои хорошие. Давайте найдем ему семью. Он еще котенок, он еще ребенок. Лучик, а? Что, ты неудобно? Надо помягче, да? Надо помягче, помягче лечь. Ну, что ты хочешь? Залезай, ложись. Сирота, девочки. Сирота, негде спать, кровати нету, дивана нету, да, подстилочки теплой нету. Вот на уголочке стола прям примостился еле-еле. Главное рядом. Вот что хотите, делайте, главное рядом. Вот так мягче всего. Да. Потому что на столе перед мамой лежать, ну, очень жестко. А вот здесь хорошо, да? Ребята, слышно, как он поет? Он такой классный, такой замечательный, удивительный ребенок. Что, мой хороший? Да, ты мой золотой. Тебе так удобно? А, маленький. Что, красавчик? А, малыш? Ты мое солнышко. Рыжее солнышко, да? Ты считаешь, что все в порядке, да? Лучик, Лучик, чудо ты. Не трогай, отдай. Лучик. Рыжик, я, в принципе, снимаю тебя, а ты отворачиваешься. Разве так можно? Девочки, он еще так целуется. Да? Он лижет щеку. Ты его поцеловала, а он тебя. Ну-ка. Да? Да ты мой золотой. Ха-ха-ха.